Это лирическая комедия из колхозной жизни. Нелегко, видно вам, гражданин Плакун. Да уж какое там легко. А вы ведь, кажется, и правда у них за святого угодника. Не моя вина, гражданин дорогой. Ведь жизнь, особливо после войны, все-таки многогорестная. Каждый ищет утешения. Вот и является им направитель жизни. В нашей местности, вот стало быть, он явился в моем образе. Ну, святой там или какой особый, вышестоящий человек. Ну, как бы сказать, сверхумный знатец. Трепетом и благоговением окруженный. Вышестоящий умник, окруженный трепещущим. Благоговейно трепещущим, да, да. Он все знает, он никогда не ошибается. А трепещущие грешат и каются, каются и грешат. Истинно так, истинно так. Свое мнение он изрекает, как высший закон. Сказал и убил, сказал и вознес. Одерзнувший увидеть его ограниченности критиковать, предается анафеме, как Иуда и Каин. А как же? Ну, словом, он полный хозяин. Хозяин людей, что хочет, то и делает с ними, как всякий хозяин со своим скотом. Так вот, у нас был такой умник, и мы его свергли. Кого? Царя.